Ты дашь жителям Земли идеал, к которому надо стремиться. Сложно сказать, в чем причина, как бы, да, момент действительно есть, но ну, надо забивать просто, и все, как бы, работать на тренировке над этим компонентом, как бы, забивать, и все, ничего другого не остается. И опять сделали ошибки в обороне, огромные ошибки. Потом в третьем периоде был, ребята добавили, готовили моменты, но не получилось забить. Желание просто не натренировать. Невозможно натренировать. Это желание должно быть у каждого человека. Они воспрянут вслед за тобой. Они будут спотыкаться. Они будут падать. Всегда накажет. Я думаю, что сегодня нас опять наказало, что неплохо начали. Потому что в концу потом догоняли, было там много моментов, пустые ворота. Но со временем они пойдут за тобой. Вот я думаю, что еще все впереди просто. Это вопрос 5-6 матчей. Все нормально будет. Сейчас другая атмосфера в команде. Сейчас, я могу сказать, на тренировках, на развивалках. Ребята себе подбадривают, наоборот, идут к себе, рассказывают себе ошибках, что будут играть, как себе помочь. Что там осталось, 20 с чем-то матчей, это не так, в принципе, много, надо сейчас выигрывать, дома набирать все очки как можно больше, потом двигаться вперед с каждой игрой, пытаться выиграть. Со временем ты поможешь им творить чудеса. Шайба в круг вбрасывания, и здесь как шикарно! Распоряжается ею Сергей Широков. Бросок, и опять Сурница ловит парочку. Шайбу вывел и сам же успевает к ней. Бросок поворотом и забивает Александр Пережогин из круга вбрасывания. Идет в банк, авангард и забивает все-таки Штефан Ружечка.